Несколько лет работники термообрубного цеха завода «Бежецкая сталь» ходили переодеться, помыться, да и в целом привести себя в порядок в корпус другого цеха. До своих рабочих мест 500 метров, и в дождь, и в снег, в любую погоду им нужно было преодолеть это расстояние. Сегодня новое руководство предприятия делает бытовые условия заводчан намного лучше. Люди должны выходить сразу в цех, или, по крайней мере, идти по теплым коридорам, по подземным либо надземным переходам, мы должны идти без теплой одежды. Вот мы реализовали это требование, стандартное, нормальное требование к условиям труда на любом промышленном предприятии. Предприятие «Бежецкая сталь» входит в состав «Трансмашхолдинга». Благодаря инвестпрограмме на заводе создается центр компетенции стального литья и его механической обработки. Новое оборудование, расширение номенклатуры продукции. Большое внимание уделяется и улучшению социально-бытовых условий для работников. На сегодняшний день мы получили новое АБК и можем сразу с АБК, переодевшись в спецодежду, сразу попасть в цех. Для сотрудников здесь созданы все современные условия. Удобные душевые с индивидуальными ванночками, туалеты, комнаты гигиены женщины. Это вообще сделано впервые на заводе. Теперь у нас, я как сказал, есть свой дом. Это наш дом. Здесь уже более продумано все для людей. Больше душевых кабин на этаже. Логистика продумана, проемы между ящиками стали больше, соответственно, личного пространства стало больше. Есть два помещения для приема пищи. Хочешь, иди в столовую, хочешь сюда, в просторное светлое помещение. Здесь можно разогреть домашнюю еду и с комфортом пообедать. Можно заказать из заводской столовой. Отремонтированный корпус рассчитан на 800 человек. Это цех термообрубной и прилегающие цехи, вот, допустим, шахтовой цех. Люди постоянно работают на воздухе в любое время года. Для них сделана комната для сушки верхней одежды. Такого тоже еще никогда не было сделано на Бежецкой стороне. И в целом все сделано в светлых позитивных тонах, настраивающих на работу. Новое здание и отапливается по-новому автономной котельной. Это еще одно направление. Таких котельных будет 6. В начале недели и работники литейного цеха номер 2 справили новоселье в своем отремонтированном АБК. В целом, отмечает руководство предприятия, сегодня «Бежецкая сталь» избавляется от старого образа, все более приближаясь к стандартам современного производства «Трансмашхолдинга». Андрей Мамошин, Сергей Дюков, события, Брянск.